How could you have Christmas without a Christmas tree, Mom? Well, find a nice fake silver one. Or decorate a palm tree. Моя любимая пчелка вернулась. А здесь не кофе, здесь клинтейн. Да. Я постоянно снимаю пчелку, но никогда не снимаю себя. Интересно, кто же за кадром? Еще одна. Что, что, что? Ты... А, господи. Хочу видео показать. А-а-а. Может, так сейчас? Нет, это... Немножечко... Да? Да? А ну? Держаться стоит. Она самая редкая, потому что... Все за ней, короче, комплименты. Комплименты. Они под них карандаш. Ну, что-то под них по-хорошему надо. Так. Красиво. Я не могу. Ты говоришь, ну, прости. Так расчесывайся. Это... Бегом. Расчесывайся. Вот расчесочка. Расчесочка. Можно я его открою? Перестанет, это значит, что он готов. Я к сомнению, а не грибой Бога. А вот и хренчик. Это просто заставка к нашей жизни. Ты поняла все правильно. Holly jolly, snow is falling, it's that time of year. Winter weather, families together, yes the holidays are here. Now there's long lines stretching to the door, it seems like everyone's gathered at the store. Times like these can really have you stressed. Just remember, Christmas is the best. Нашей с Дианой фотографии. Последний раз я собирала пазлы в школе, в классе 7. Ну а теперь придется это повторить. Блин, хотела. Мне интересно, сколько здесь штук. Я буду собирать очень-очень долго.